1 октября 2015-го. Призовые грибы продолжаются. Только собрали красных подосиновиков. Вдруг натолкнулись на семью желтых. Ну, они такие мастера маскировки. Именно вот в таком лесу на фоне желтых листьев очень тяжело увидеть, но тем не менее радость при встрече очень большая. Вот уже все, уже вот надо к машине идти уже, а лес не пускает, дает и дает грибов. Вон еще стоит парочка, но те скорее всего уже не дождались, старые. Вот. А вот эта молодежь так вообще супер. Ну вот, можно считать, что это призовые, а может быть проверка на жадность. Типа, когда вы закончите-то? Есть ли насыщение у грибника или нет? Сколько не давай, все, все возьмем. Вот, это желтые подосиновики, желто-бурые. Спасибо.